Доброе утро, друзья! Говорят, женщины любят ушами. Мне кажется, у этой фразы должно быть продолжение. Женщины любят ушами, особенно когда слушают музыку в нашей программе. В эфире «Утренняя почта» и я ее ведущий Николай Басков. В последнее время стала очень популярна служба доставки еды. Вот и Валерий Савин из Москвы решил воспользоваться этим удобным сервисом. Здравствуйте, Николай! Я люблю смотреть «Утреннюю почту» и завтракать. Валерий, ну таких, как вы, большинство. Я сделал заказ специально к началу программы, но, к сожалению, курьер задерживается, так что сегодня я смотрю вас на голодный желудок. Очень нужна песня, которая поможет скоротать время. Скажу прямо, очень необычная просьба. Валерий, уверен, курьер уже совсем рядом. Нужно только немного подождать. А в помощь вам направляем Олега Газманова с песней, которая так и называется «Дождись». Позади белый след в пустыне синей, там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает груз прощаний. Наша память сильнее разлуки. Все впереди. Надо дальше жить. В океане пенных далей растворю печаль твою. Там растает груз прощаний. Верю, что вернусь. Только дожди меня через дожди храня, свет моих глаз, свет моих грез, песня нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, память и нить наши сердца соединит. Корабли вернутся в гавань, знай, без разлук не бывает встреч. В океане пенных далей растворю печаль твою, там растает грусть прощаний. Верю, что вернусь. Только дожди меня через дожди храня, свет моих глаз, свет моих грез, песня нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, память и нить наши сердца соединит. Парад неожиданных просьб и пожеланий продолжает письмо Андрея Зуева из Нижнего Новгорода. Уважаемый Николай, вы настоящая звезда, а значит, общаетесь с другими звездами. Не могли бы вы передать Юлиане Карауловой, что она очень красивая и талантливая? А еще хотелось бы услышать в утренней почте ее песню.
Андрей, во-первых, спасибо за звезду, а во-вторых, я обязательно передам Юлиане ваши слова. Тем более, что я с ними абсолютно согласен. Для вас в нашем эфире очень красивая и талантливая Юлиана Караулова. Услышав радостную весть, любовь хотела новизны. Твой образ заново воскрес, хочу гротеска и весны. Мое коралловое платье и длинный шлейф забытых дней ведут опять любовь к соблазну, и наша страсть еще сильней. И я беру тебя за руку, прости, но ты понять не смог. Кидая на спину разлуку, даю твоей любви урок. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства — это безумие, ранимые ночи длинные, длинные. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства — это безумие, ранимые ночи длинные, длинные. Опять прошу тебя, не прикословь, не говори, что ерунда. Я верю, первая любовь разрушить сможет города. Вернет забытые закаты, уставший день, где ты увяз. Зеленый взгляд твой виноватый, и поцелуй не торопясь. И я беру тебя за руку, прости, но ты понять не смог. Кидая на спину разлуку, даю твоей любви урок. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства до безумия ранимые, ночи длинные, длинные. Мы давно с тобой стали неделимые, ночи рваные, длинные. Наши чувства до безумия ранимые, ночи длинные. Иннокентий, ты популярный телеведущий, поэтому обязан хорошо знать правила русского языка. Знаю, знаю. Сейчас проверим, как правильно сказать «красивее» или «красивее». Красивее, красивее. Молодец, Кеша. Я знал, что на свете нет попугая красивее и грамотнее, чем ты. За это тебе будет сладкий подарок. Скажи, что ты любишь? Торты, торты. Так, похоже, я поторопился. Кеша, правильно говорить «торты». Сейчас я буду читать письмо Павла Старостина из Уфы, а ты слушай и запоминай, как правильно произносить слова. Здравствуйте, Кеша и Коля. Вчера мы ездили в супермаркет за продуктами. Жена сказала, что покупок будет немного, но пока я нес пакеты до машины, кажется, сорвал спину. Теперь лежу с больной спиной и грустным настроением, надеясь на вашу скорую помощь. Дорогой Павел, мы с Кешей, конечно, не врачи, но дадим вам совет. Плохое настроение отлично лечит смехотерапевт Игорь Маменко. У него для этого есть все необходимое, а именно анекдоты и... Массаж! Массаж! Правильно, Кеша. Анекдоты и монолог «Массаж». Кстати, Павел, массаж вам просто необходим.
Они не просто удивительные, они великолепные, фантастические, ошеломляющие. Вы выполняли невозможное задание. Я так не смогу никак в жизни. А? Это я точно пробовать не буду. Удивительные люди. Лучшие. В пятницу в 21:30. А теперь немного математики. Простая задачка. В эфире «Утренней почты» был один Николай Басков. Затем появился еще один. Вопрос. Сколько Николаев Басковых стало? Ну, конечно же, правильный ответ. Один. Один настоящий Николай Басков, ну и одна его бледная копия. Здравствуйте, мои обожаемые зрители. Коля, я понял, математика – это не твое. Как это не мое? Я знаю все математические знаки, ну, пожалуй, кроме знака минус, потому что никаких минусов у меня нет. Зато очень много плюсов. Например, плюс – одно непрочитанное письмо. Не волнуйся, сейчас исправим. Пишет Мария Савина из Ярославля. «Дорогой Николай, у меня на работе случился конфликт с коллегой. С тех пор мы никак не можем найти общий язык. И это очень мешает производственному процессу. Скажите, были ли у вас конфликты с коллегами и как вы их решали? Заранее спасибо». Мария, чего скрывать? Были в моей биографии такие случаи. А помнишь, Филипп Киркоров тебя... «Прошу не перебивать». Но я считаю, главное всегда сохранять уважение к своим коллегам и не смешивать личные отношения со служебными. Полностью с тобой согласен. Конфликты начинаются и заканчиваются. Это жизнь. А жизнь – life по-английски. Это название песни, которую исполнит глубоко уважаемый мною певец, мой коллега Филипп Киркоров. И моя фантастическая коллега Зиверт. Их дуэт – пример прекрасных производственных отношений. Жизнь это фристайл. На трубке занято. Возможно, вы уже никто. Но желтый свет на пол. Последний шанс на тапку в пол. Это карусель. Для таких, как мы, детей. Если все вокруг не те, поищи в себе.
Чтобы прочесть имя автора этого письма, мне пришлось слегка потрудиться. Нам пишет Пак Тхе Чун, что особенно удивительно, из Суздаля. Уважаемый Николай, я по национальности кореец, но вот уже много лет живу в России и считаю себя русским. Друзья шутят, что я так обрусел, что если ем корейскую еду, то только палочками, сделанными из русской березы. Ха, действительно забавно. Передаю привет всем корейцам, живущим в России. И пусть сегодня прозвучит песня в исполнении Анатолия Цоя. Уважаемый Пак Тхе Чун, с удовольствием выполняю вашу просьбу. Здорово, что Цоев нашей музыки стало на одного больше. В утренней почте молодой, талантливый певец Анатолий Цой. Они не просто удивительные, они великолепные, фантастические, ошеломляющие. Меня завораживает этот. Прям мурашки тут по коже, правда. Невероятное задание, но я на самом деле потрясен. Удивительные люди, лучшие. В пятницу в 21:30. Детская поэтесса Светлана Скворцова по совместительству зрительница утренней почты готовит стихотворение про алфавит. Оно поможет детям быстрее запоминать буквы. Только послушайте, что у нее получилось про букву «У». Не забыть про букву «У» я, ребята, помогу. Вам запомнить остается, что почта утренней зовется. Светлана, великолепно. Если вы еще не придумали строки про букву «М», позвольте помочь. Не забыть ребятам всем комплимент на букву «М». Я скажу вам, наконец, вы, Светлана, молодец! Ну а мы по-прежнему ждем новых писем и веселых стихотворений. С вами был, есть и будет главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас! Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение. Почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво. Безмятежному, скучая и тоскуя.